И всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, у микрофона как всегда Бог, и сегодня мы снимаем новый видеоролик по сайту easydrop.online. И друзья, сегодня будет просто нереальная серия, потому что мой баланс составляет 30 000 рублей. Но это значит то, что мы сегодня откроем новый бесплатный кейс, ну вернее не новый, а дорогой бесплатный кейс под номером 6, откроем ножевые кейсы, топ кейсы и просто нахрен разнесем этот сайт. Ну а если ты хочешь еще и получить бабки, то тогда участвуй в моем новом конкурсе. Сегодня разыгрываем 300 рублей на твой киви кошелек. И для того, чтобы тебе принять участие в этом конкурсе, нужно выполнить всего лишь одно условие: написать 3191 комментарий. Конечно, это не такая уж и простая цифра, но и 300 рублей просто так на дороге не валяются, друзья. Ну а также в моем телеграм-канале каждый день есть специальные промокоды на EasyDrop. Абсолютно бесплатно. В общем-то, все ссылки есть в описании, ну а мы будем начинать. Погнали! И давненько я вам не говорил про такую вещь, как реферальная система от EasyDrop. Мои подписчики пополнили баланс практически на 1 000 000 рублей. И у меня есть 73 реферала, которые активно зарабатывают в этой системе. Ребят, у меня есть специальные промокоды от 40 до 35%, да, и много новых интересных промокодов. Здесь вы можете смотреть свою статистику и после чего деньги, которые вы заработали, выводить на баланс. То есть вот здесь, в принципе, вы можете отследить мои операции, да, то есть сколько я куда выводил, но это все было на балансе EasyDrop. И, в принципе, вы можете также, если у вас есть откуда вести трафик. Это внутриигровая система от EasyDrop, ребята, вы можете ее видеть вот в этой кладочке реферальной системы. Переходите, просто регистрируйтесь через Steam и зарабатывайте. У меня есть 30 000 рублей, и сегодня я готов убивать. Но перед этим, ребята, мы откроем колесо бонусов. Кстати, секретные промокоды есть у меня в телеге. Можно еще сейчас ввести. Ой-ой-ой, почти 3 спина. Окей, ну какой-то ширпотреб выпал. 2 бесплатных кейса до 250, окей. Итак, ребят, чтобы подтвердить, что депаю я сам, вы можете посмотреть, что бесплатные кейсы я могу открывать. Вот, да, то есть, а это можно только если ты сам пополнил баланс, как вы понимаете. Ну вот, именно поэтому я каждый раз начинаю с бесплатных кейсов, чтобы вы не задавали вопросов, откуда я пополнил баланс. В принципе, ребята, давненько мы не пополняли 30 000 рублей на EasyDrop. Давненечко. И давненечко не выходило таких интересных роликов. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Первая ТМК Хрусталь. Держите в уме, что это все же бесплатные кейсы. Выпадать отсюда скины за 500 рублей, ну явно не должны. Какой-то ширп, знаете, как на всех вот этих сайтах. Но нет, на изике они выпадают. И выпадают прям с такой неплохой периодичностью. Боже, аж запинаться стал. Людям падают просто нереальные скины. Лайфлента летит космическими скоростями. EasyDrop. Ну это же... Я не знаю, вот реально держит уровень уже не первый месяц. Я как летом начал открывать кейсы, пацаны, так и влюбился. Вспомните момент, когда раньше EasyDrop, а в EasyDrop вообще никто не знал. Они уходили на долгое время с рынка, и уже никто не верил, что они вернутся. И честно признаюсь, было очень жалко, что такой сайт пропадает. Но в какой-то момент они вернулись, и вернулись с такой отдачей, что сейчас этот сайт топ-1. Просто, ну, я думаю, с этим никто спорить не будет. Хотя можете, вы можете дискуссировать со мной в комментах, я вам просто... Просто, ну, в каждом видосе доказываю то, что это лучший сайт. То есть, ну, это единственный сайт, который так жестко выдает, и на который я вообще без какой-либо преграды закидываю огромные суммы бабок для того, чтобы вы кайфовали от просмотра данных видосов. Давайте посмотрим, ребята, что еще может выпасть. Самые жесткие кейсы еще впереди. Так, может быть, ножик. Хорошо. Настал момент бесплатного кейса номер 6. Пацаны, поехали. С вас, конечно же, подписочка на мой канал, лайки, комментарии. Все это категорически приветствуется. Ножик подъехал. Хорошо. Хорошо начали видосик. 7 000 есть. 100 рублей. Еще один нож. Вот это сегодня с бесплатного кейса привет, пацаны. 14 000 просто с бесплатного. Здорово, салам алейкум. Это ли не контент, пацаны? Это просто космический ролик. 30 000 рублей, обычно этот баланс просто означает то, что сегодня будет дичайший выпуск. Пустынный повстанец есть. Золотая спираль есть. Слушайте, ну это уже укуп должен быть. Сколько это? 6 300, отлично. Продаем. Ничего не выпало, хорошо. Но и теперь, мне кажется, настал момент, когда мы можем открыть какой-нибудь топ-кейс. Ну вот какой-нибудь за 7 000. Полетели. Вдруг нам повезет прямо сейчас. Так, мраморный градиент, стилет. Это должно быть дорого. 23 000. Вот так вот с куста 23 000. На нахер, здорово. Конечно, нож прям полное говно. Я имею в виду сам нож. Но стоит он и, это, в принципе, неплохой. Так, ну, я думаю, мы с вами баланс-то откамбэкали. Уже, как бы, видите, ну,
более-менее спокойно все. Но давайте еще раз откроем Изи Тайна, и если сейчас ничего не выпадет, перейдем в более какие-то интересные кейсы. Но мне кажется, что-то мы все-таки должны поймать. Да, вот пустынный посланец, но он может прям кучу денег стоить. 2800, ладно. И последний шанс. Окей, окей, пацаны. Ну, 12 тысяч на балансе сидит, и плюс еще в дропе 37 косарей. Отличный вариантик. Вот с этого кейса я часто вообще ловлю какие-то крутые скины. И давайте посмотрим, что в этот раз. Так, так, вижу юзп. И все, да, на этом. Юзп. 6500, нормально, кстати. Давай три раза откроем. 800, два раза. 300 и один раз. Окей, ну и еще разок. И последний. Все. Ребят, ну, пока что не сильно фартит. Вы сами это видите, то есть мы в нуле. Но это еще не все. Я надеюсь, что мы что-то выбьем такое, что разорвет весь шаблон. Чтобы разорвет прям стереотипы. Мраморный градиент, перчи? Подожди, они же дорогие, пиздец. 20 тысяч. 900, а почему такие? Не, я не то чтобы расстроен, мужики, не подумайте. Но, ну, как-то я думал, они 70 стоят. Ну нет, мы в окупе, да. Так, капитан третьего ранга, это я знаю, перчи, они даже до хера стоят, да. Короче, так, я, ребята, для чего вообще вас собрал? Мы сегодня разрываем же изи дроп. В общем-то, я хочу реально что-то сейчас, ну, прям, что-то сделать, чтобы вы охерели, и вы вот, ну, я не знаю, ну, уже есть дроп от дохрена, да? Еще и баланс есть огромный. 28к, но мы должны с вами сегодня окупиться. Я считаю, что всем интересно, что выпадет с топ-кейса, и мы открываем его на 28 тысяч рублей! И при этом у нас уже на выводе около полтинника лежит. Так, 38 тысяч, ни хрена себе. 25, это кровавый шамах какой-то выпал, интересно. Так, и поехали дальше. Поехали дальше, мы дальше рвем изи дроп. Просто что я выбиваю, это, я не знаю. Охотничий нож зуб тигра. Давай ты меня удивишь, ты будешь стоить нормально. 18. Хорошо, сколько у нас на выводе, пацаны? Я даже боюсь смотреть туда. 95 косарей, 95 косарей. Нож еще выпал, да я ору с тебя, Изик, ты что, сумасшедший, что ли? Ну как так-то, блядь? Хорошо, хорошо, изи дроп, молодец. Ребят, скоро будут ролики с вебкой, вы охренеть как кайфанете все. Ножик выпал один топовый, сколько ты стоишь? 13к. Забирай меня скорее, увози за стомари. Ну это же жесть, это же реально. Мы еще и с вами вывод, ребята, проверим сегодня обязательно. Так, мне повезет кейс, но я очень доволен, я просто капец как доволен. Фух, улыбка не слезает с лица, это изи дроп, он дарит эмоции, мужики. 4000, хорошо. Давай 10 раз откроем. Блин, надеюсь, что-то еще выпадет. С кейсом мне повезет, все-таки я думаю, что это не конец. Блин, 70, а что тут, что вообще здесь так дорого стоит? 7600, окей, еще 10. 4700, ну пожалуйста, ну я же знаю, что ты можешь. 5900, ну, ребята, на самом деле, мне кажется, на этом уже все, закругляемся, потому что сайт уже отдал, до хера и больше. Юсп выпал, юсп 4000, но юсп, кстати, можно забрать, это отличный скин такой. Ну, вот видите, да, уже, то есть, в принципе, уже пошел слив, и я думаю, да, на этом завершим. Получается, с 30 тысяч баланса у нас 112 косарей, охренеть. Мы сейчас это все будем забирать, пацаны. И как только все предметы придут, я вам покажу их в своем профиле в стиме. И это лишний раз будет доказывать, что я закидываю деньги сам, и что изи дроп вводит все скины, которые выпадают. Ну что, друзья, я ждал эти скины минут 15, и еще парочку там не дошло. Смотрите просто на этот контент. Статрек охотничий нож зуб тигра за 23 тысячи рублей. Он прямо с завода, статрек. Есть ножик, который, скорее всего, я разыграю для вас в каком-нибудь своем телеграм-канале. Статрек стилит мраморный градиент прямо с завода. Мраморный градиент перчатки спецназа. Они, к сожалению, закаленные из-за этого такие дешевые. Новые спортивные перчатки кровавый шимах. 35 тысяч рублей. И М-ка поток информации. Также еще один ножичек не дошел. Просто контент на миллион. Давайте наберем 3000 лайков, и я сразу же выпущу новую серию по изи дропу. Спасибо вам за внимание. У микрофона был Бог. Пока-пока.